Работа есть, главное найти желание. Все возможности предоставляет Центр занятости населения. Очередная ярмарка вакансий тому подтверждение. Работодатели с нашего округа, Сергиева Посада и соседних представили свои открытые вакансии. Вакансий очень много. В нашем Центре занятости на сегодняшний день заявлено порядка 30,5 тысяч вакансий для безработных граждан. Спектр широкий. Конечно, очень много рабочих профессий, такие как дворник, грузчик, автопогрузчик, горничная. Ну, также очень много вакансий и медицинского направления, и инженерного направления. Предлагают неплохие заработные платы, средние от 40 тысяч рублей. Уровень безработицы в округе ниже, чем по Московской области, всего 0,33%. На учете порядка 500 безработных. Это допандемийный уровень. Соискателям предлагают переобучение и переквалификацию. Все это бесплатно. Это лица, которые окончили учебное заведение, это женщины, находящиеся в отпуску по уходу за ребенком до 3 лет и находящиеся в трудовых отношениях с работодателем, женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет, и очень большая категория у нас – это 50+. Также это безработные граждане, которые состоят у нас на учете. Безработный может открыть свой бизнес. Для этого есть программа от Центра занятости. Помочь в оформлении юридического лица или просто проконсультировать могут представители моего бизнеса. Уже троим на ярмарке дали консультацию. Соискатели хотят работать на себя, особенно те, кто получил опыт в найме и накопил денег. Он открывшийся, уже как ИП или как самозанятый, он получает от Центра занятости на конкретное дело свое. Он может здесь получить и компенсацию, и потратить на аренду помещения, на оборудование. И дальше в течение года, естественно, отчитаться по этим средствам. Если пока нет возможности создать свой бизнес, тогда работодатели предлагают свои вакансии. Как для людей с профильным образованием, так и просто рабочим специальностям. Каравай СВ, пекарня, которая в округе работает уже 26 лет, расширяется. Нужны новые люди, в том числе экспаты из Европы, чтобы привнести везде особый вкус. Мы предлагаем на данный момент вакансии водителей, продавцов, консультантов. Открывается в скором времени кондитерский цех. Набираем кондитеров. Цех будет очень интересный. И надеюсь, что продукция порадует вас. Инициаторами ярмарки стали беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Они хотят найти работу в округе. Многие из них пока живут в лагере «Родник». Паспорта российские, так что проблем с трудоустройством не возникает. А желание работать у них есть. Анастасия Спирина, Юрий Добрынов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.